У нас очень много шаблонов, вот, вы все видите. На каждую лодку свой комплект шаблонов. Нам приходилось все это вырезать вручную болгарками. Это очень трудоемко. Сейчас эта технология уже в прошлом. Детали за считанные минуты вырезает лазерный станок. Новое приобретение в разы сокращает строительство катеров и лодок. Мы можем собрать судно таким образом за 10 дней. Раньше мы тратили месяц на эту операцию. То есть сроки сократились втрое. Основной серийный катер верфи плавает практически по всем морям и океанам планеты. За 20 лет существования фирмы их выпустили больше сотни штук. С этого года ярославцы и гости города могут прокатиться на одном из таких по Волге. Изюминкой экскурсии стали очки виртуальной реальности. Визуальный полет дополняет парящий эффект катера на подводных крыльях. Это новая разработка судостроительного предприятия «Катамаран» на подводном крыле. Оно будет располагаться под днищем лодки и позволит развивать высокую скорость при сильном волнении моря. Водоизмещение катамарана в 3 раза больше основного серийного катера. Судну еще предстоят ходовые испытания, но фирма уже делает на него большую ставку. Сейчас портфель заказов у верфи расписан на год вперед. Чтобы все успеть, предприятие работает практически в круглосуточном режиме и без выходных. Сегодня нашим заказчикам приходится ждать год, чтобы получить наше судно. Чтобы снизить этот срок до приемлемых 3-4 месяцев, здесь до конца года мы начнем строительство 2 новых эллингов для сборки судов, для того, чтобы увеличить выпуск нашей продукции в 3 раза. Такая возможность появилась после прошлогоднего Петербургского экономического форума. Компания заключила договор о сотрудничестве с правительством Ярославской области. Предприятие вкладывает в развитие верфи почти 400 миллионов рублей. 100 из них идут на модернизацию оборудования, остальная сумма на производство катеров. Начинает все увереннее формироваться судостроительный кластер, и эти 5 основных предприятий, которые выпускают уже на настоящий момент и продукцию для гособоронзаказа, и продукцию гражданского назначения, причем эта продукция становится все более такой, все более клиентоориентированной. Но нам принципиально важно, что при этом одновременно растут зарплаты людей, которые работают на высокотехнологичных производствах, и это в целом повышает технологический уровень нашей промышленности. Кроме разработки нового катамарана, инженеры занимаются глубокой модернизацией основного судна. Скоро оно станет 2-компонентным. Надводную часть будут делать отдельно, из легкого углепластика. Это снизит вес корабля и ускорит его производство. Павел Волков, Денис Ромашов. День в событиях.